Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такая вот красивая Ford Kuga 2017 года выпуска. Автомобиль насыщен двигателем 1,5 литра на 150 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, отличное состояние, всего лишь 3 владельца, хорошая комплектация, небольшой пробег. Салон автомобиля в отличном состоянии, чистый, ухоженный, дверные карты сиденья без каких-либо нареканий. Просторный салон, вместительный багажник у нас. В передней части автомобиля у нас также все в замечательном состоянии. Пластик идеальный, как новый, можно сказать. Сиденья также опрятные. Все кнопочки как новые. Руль не затертый. У автомобиля у нас очень хорошая комплектация. Имеется штатная мультимедиа с таким вот экраном. Камера заднего вида, электроручник, также сигнализация с автозапуском, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла, кнопка старт-стоп, кожаный мультируль, подрулевые лепестки имеются, датчик дождя. 4 стеклоподъемника, блокировка стекол, электрозеркала с обогревом, центральный замок. Также здесь у нас такой вот бортовой компьютер. Двигатель сейчас у нас запущен, работает идеально ровно, никаких ошибок нет. Пробег у автомобиля 151 тысяча километров. А если вас заинтересовал этот красивый полноприводный кроссовер в идеальном состоянии, приезжайте к нам в автосалон столицы, он находится на Песочной 48. Здесь вы можете провести на нем тест-драйв, посмотреть вживую. Всю информацию по данному автомобилю вы можете найти в объявлении. Его у нас можно приобрести по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.